Владик. Всем привет, это моя подруга. Сегодня мы в магазине, и мы покажем вам, что тут есть. Да, мы в магазине Кика. Да. Вот сейчас ты где? Что ты? Куда мы пришли? Мы пришли в детский отдел. Да, вот такая вот. И знаете, у меня завтра будет день рождения. Да, Владик себе уже подарок выбрал. Вон, это такой первоначальный. А ну покажи, достань. Покажи, Владик, что ты себе выбрал. Той переверни. Лошадка. Да, Владик себе выбрал набор постельного белья с лошадкой. О, смотрите, Англия. Англия, да, английский флаг. Табуретка с английским флагом. Да. Так. О, собачки. Нормально? Да. Тебе нравится? Еще тут есть миньоны. Сумку мою забери с этим. Каприл. Кто-то будет рад. Вот есть каприл. Пишешь письмо Деду Морозу? Да. Ну давай. Уважаемый Дедушка Мороз, напиши все свои желания. А вон смотри, какое постельное белье с миньонами. О, да. Ты здесь уже все посмотрел? Нет. Кровать попробовал? Здесь одеяла перьевые. Владик сразу в них падает. Да. Просто падает на кровать еще и стыдно. Угу. Это кровать? Это уже для более взрослых комнат. Угу. Я ударюсь. Подсветка прикольная снизу. Я отсюда ударился. Да? Да, это ночью, чтобы когда просыпаешься. Чтобы глаза не светило. Чтобы глаза не светило. Ух ты, это тоже такая? Это для девочки, наверное, комната. Такая вот комната с обезьяной. Пойдем, тут еще одна для мальчиков комната. Вот это вот Владику понравилось, а больше всего ему понравился шкаф с сюрпризом. Ух ты. Вот пойди попробуй открыть. Интересно, что там за сюрприз. Шкаф с сюрпризом. Он открывается. Здесь сюрприз Владик. Да, там Владик. А там двери не закрываются. Ты, сюрприз наш. А как тебе второй этаж? Не хочешь залезть? Попробуй. Попробуй. Хочешь, можешь снять ботинки. Да, хочу. Сними ботинки, садись. Вот, садись на вот это вот. Подушка-кресло. Да. Или кресло-подушка. Есть ботинки. Ну да, ботинки надо снять. И вот шел. Привет, Владик. Привет. Держись, лететь высоко. Угу. Ой, мне кажется, что она неудобная, правда, Владик? Удобно. Удобно залазить? Да. Тебе нравится? Да. Спать так. Ну что, я сейчас... Владику двухэтажную купить. Так может тебе двухэтажную купить? Вот такую вот со столом, смотри. Да. Книжки будешь туда ставить. А вон смотри, а вот там открой, что а там. А это тоже сюрприз какой-то? Нет. Ух ты, тут еще шкаф. А здесь шкаф, смотри, здесь вот сюда будем вешать твою одежду на плечиках, а там до вон свидания. Сложки складывать. До свидания. Сколько такой стол? Вернее, кровать. 10 тысяч всего. Детский покой, 10 тысяч. Привет. Всего лишь? Ну да. Владюш, ну как тебе это? Понравилось? Нормально, хочу купить это. Да, хорошо, мы дома тогда померяем. Померяем и купим. Под какую стену, да, мы это можем поставить. Да. И уберем те две кровати, да, которые у нас. И купим тебе такое. Мы спросили, сказали, что на складе есть. Мура. Что, Владюш, ты еще что-то нашел? Да, это точно хочу я купить. Так это уже не такая.
Та да, была высокая. И стол здесь, видишь, как тут шкафа нету. Да, но это совсем не то. Да, это не класс. Там была кровать со шкафом. Это не класс. Но комната мне не нравится. Да? Да. Та была лучше, да? Да, там с автобусом. Угу. Hello, hello. А ты когда была года? Не знаю, старый. Наверное, 2011. Наверное. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно купить себе классный ковер? Конечно, конечно. Сколько стоит? 2000. Спасибо, до свидания. Владик валяется на подушках. Пенек. Смотри, я сейчас нос как разобьешь. Вставай, ля-ля-ля. Вот можно поставить. Так, надо смотреть, где папа. Еще не пришел. Лягушка-лягушка, что ты делаешь? Это мяч. Так, а ну фоточку, Владик. Да. Ну, а поверни. Владик, глаз один криво. Глаз один криво, а ну поверни. О, нет, еще. Стой. Папа, наравняй. Отпусти руку, теперь возьми его. Владик, ты один глаз закрываешь рукой. Вот один держишь хорошо, а второй... Все нормально. Закрываешь рукой. Ты что такое? Вы уже приехали, а я еще иду. А Владик где? Как, Владик с тобой же? Нет, он с тобой нет, поехал. Мы тебя испугались. Выбирать диван. Все, Владик уже лежит. Я нашел! Я нашел кровать! Это кровать! Я сейчас просила диван посмотреть, а ты уже лежишь на кресле на каком-то. Ку-ку, молодой человек. Что? Садись, присаживайся. Да не, не сюда, вон туда, на тот диван. Ничего себе. Ты уже шампанское сразу. Да. Владика, еще купили, уже завтра день рождения, а он пьет. Уже это. Пьет шампанское. Ну что, давай пробуй. Ага. Где опять Владик? Влад, а ты где? Влад, ты в какой комнате? Опять мы Владика потеряли. Вот ты где, шалунишка. Ты кресло себе опять выбрал? Короче, Владика попросили выбрать диван, но он что-то по креслам прорывается. Сейчас голова закружится. А я тебя предупреждала. А вот там дальше вы были, что там? Там кухня уже пошли. А, там кухня. Владик, мы шли диван выбирать, а ты пришел в кухне. А нет, это еще такие комнаты. Нет. Ну, зачем она? Да. Мне вот тут нравится. Тебе тут нравится? Да. И мне тоже так диванчик, ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, диванчик только так посидеть. Владик уже нам вино наливает. Белый непрактичный.
Ну да, хоть я и люблю белый цвет, но, конечно. Белый лучше кожаный. Так, это ваш молодой человек. Это нам. Ваш молодой, ёлочка, вино горит. Владика, праздник еще не наступил, а он уже в это, весь в предвкушении. Празднует второй день. Празднует второй день, да. День рождения. А ну, держи, поставь туда назад. Папе Жениське. А папа за рулем, ты что? Мне не наливай, я рулю. Вот вам вино. Безалкогольное? Вам безалкогольное, да. Папа. Хорошо, ваше здоровье. Ага, спасибо. Все тут бокалы. Они разные, надо. Ну, на этом удобно. Владик нашел диски от Шкоды. Владик, они грязные. Он играет со штанами. Надь, все, хана штанам. Ну да. Да, ага. А может быть, наконец? А вот, смотри, тебя в нем и не видно будет. Не снимай меня! Не снимайте меня! А где Владик? Вот Владик. Туда можно два Владика посадить в это кресло. А вот там раритетный такой уголок. А ну, королева, давай садись, король. Банан, да. Владик балуется. А в кресло не хочешь? Ух ты. Нет, неудобно. Спину это туго. Белый кожаный. Нет, тут коричневый был удобнее. Или тебе больше белого? Мне, конечно, белый цвет больше нравится, но... Но кожаный практичнее. Кожаный. Коричневый ты имеешь в виду? Ой, нет, здесь кресло, нет, это неудобное. А ты где? Опять спрятался? Я... Вы испугались? Вы же оживаетесь? Какое неудобное кресло. А мне... Папа, ну посмотри, сколько этот ковер стоит? Диван? Вон, ковер, вон ценник. Ковер? 7600. Обалдеть. Как будто он настоящий. Вкусно. А ну, хорошо лежишь, подожди. Пузо спрячь. Лади. А ну-ка, я тебя сфотографирую. Сядь. О, может вам шампанское? Вау, какой стол. Это на большую семью. Владик, осторожно, ты сегодня что-то разобьешь. Вам шампанское. Всем шампанское. Вон папа наш уже примостился. Владик, тебе удобно? Нет. Нет? И мне не очень. А ну кресло попробуй. Тоже неудобно. Неудобно? Нет. Пап, не садись, неудобно. А ну папа попробуй. Владик говорит, что неудобно. За такую цену? Удобно. Я цену не видела. Он стоит как наш первый автомобиль. Неудобно, да? Все хорошо. Да? Мне нормально. Я люблю, чтобы можно было голову положить. Владик лежит на кожаном. Подушку где? На этом хорошо сидеть. Смотрите на ноги. Давай. Владик нашел себе такое кресло, а у меня такой диван. И тут. А ну, открой, покажи. Угу. У всех. Да. И вот тут нет. Нет, средняя не открывается. Получается, две по бокам открываются, а средняя нет. Опа! И упал. Где вы едете спать?
Ух ты, смотри, что папа делает. А ну сложи его теперь. Влад, отойди. Или сядь куда-нибудь. Закрой. Опа. Не-не, там опасно. 14 тысяч. Прикольно. Владик, ну как? Нормально. Ну, снег пошел. Да. Владик так хотел на свой день рождения, чтобы пошел снег, что он пошел. Угу. Да, у нас сейчас идет снег, вот мы уже вышли из магазина. Владик, ну как тебе, тоже понравилось? Да. Ну все, да, прощаемся с ребятами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока! Пока-пока, побежали!